девушку. В Шымкент приехал автор мирового молодежного бестселлера «Все зависит от себя» Меган Вернер. 16-летняя жительница ЮАР своим произведением смогла не только покорить миллионы сердец, но и помочь тинейджерам советами, как суметь пережить непростой подростковый период и как справиться с различными сложностями. Хочется сказать, что подростковые проблемы, по сути, у всех одинаковые. И неважно, откуда подросток – из ЮАР или Казахстана. Самая обыденная и распространенная ситуация, с которой сталкиваются ребята – это неуверенность в себе. И самый главный совет, который хочу дать – это не равняться ни на кого, а быть самим собой. Меган впервые в Казахстане и приехала в республику по приглашению ресторана «Усадьба Ладушки». На своей пресс-конференции девушка отметила, что у нас очень дружелюбный и гостеприимный народ, потому что в первый же час ее пребывания в третьем мегаполисе ее уже успели пригласить на той. У Меган Вернер запланировано множество встреч со школьниками и воспитанниками детских домов, для которых подготовлены беседы и тренинги. У меня тоже был непростой период в школе. Мне часто задают вопрос, почему я решила этим заниматься. Все лишь потому, что в школе у меня тоже были неприятности и проблемы с одноклассниками. Теперь я хочу рассказать и другим ребятам, как можно с этим бороться. Мне хочется, чтобы во всем мире был мир, и, конечно, чтобы сократилось, а еще лучше исчезло количество детских, подростковых и молодежных суицидов. Мы не упустили возможности, задали гости вопрос касательно игры «Синий кит». К слову, девушка была в ужасе от того, что гуляет среди подростков по всемирной паутине. С таким страшным квестом она ранее не сталкивалась. Это ужасно, что бывают такие игры. Здесь не только родителям необходимо проявить внимательность к своим детям, но и также администрации и чиновникам. Необходимо выявлять и в срочном порядке блокировать такие страницы. Только так игры можно искоренить. Приобрести книгу «Все зависит от тебя» можно на русском языке в ресторане «Усадьба Ладушки». На днях Меган отправится со своей программой в другие города Казахстана, а затем вновь приедет в Шымкент и лишь потом улетит домой.